Вы смотрите видео об отеле Зурдорф Чайда. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Зурдорф Чайда расположен в стране Австрия в регионе Заальбах-Хинтерглем и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. Отель расположен в центре горнолыжного курорта Хинтерглем, в 100 метрах от подъемника Рейкаджилбаха. На территории отеля имеется бесплатный Wi-Fi, продажа экскурсий, консьерж-услуги, трансфер из аэропорта, отдел регистрации и обслуживания гостей, лифт, камера хранения багажа, магазины, парковка автомобилей, прачечная, крытый фигурный бассейн, лобби-бар с камином, байк-паб в стиле Харли Дэвидсон, ресторан и ла-карт Фахаманстабе, национальная кухня, фондю. В номерах есть ванна, душ, телевидение, кондиционер, мини-бар, полотенце, радио, сейф, телефон. Номерной фонд отеля состоит из Wallflame SNES, 30 квадратных метров. Состоит из спальни, гостиной, ванной комнаты. Размещение 2-3 человека. Fireplace Room, 40 квадратных метров. Состоит из гостиной с камином, 2 спален, ванной комнаты, отдельной туалетной комнаты, балкона. Размещение 2-4 человека. Matrimonial Suite, 40 квадратных метров. Состоит из гостиной, спальни с кроватью под пологом, ванной комнаты, отдельной туалетной комнаты. Размещение 2-4 человека. Apartment Maisonette 50 квадратных метров. Состоит из двух уровней, гостиная, на первом этаже, 2 спальни, ванная комната и отдельная туалетная комната, на 2 этажа, есть балкон. Размещение 2-4 человека. Paradise Suite 60 квадратных метров. Состоит из 3 спален с гостиной зоной, 2 ванных комнат, 2 туалетных комнат, балкона. Размещение 2-4 человека. Wolf's Suite 72 квадратных метра. Состоит из гостиной с камином, 2 спален, ванной комнаты, отдельной туалетной комнаты, балкона. Размещение 3-5 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть солярий, массаж, сауна, баня, грот, конференц-зал на 50 человек, альпинизм, бадминтон, велоспорт, гольф-гольф-поле на 9 лунок, а в радиусе 100 км от отеля, еще 8 гольф-полей, теннисные корты рядом с отелем, пешие прогулки, рафтинг, рыбная ловля. Также бесплатно доступны финская сауна, биосауна, парная, кнайп-ванны. За дополнительную плату имеется косметические процедуры, солярий, массаж, для детей есть анимационная программа, детский бассейн, няня по запросу. Год постройки гостиницы – 1982. Год, когда был сделан последний ремонт – 1996. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.